только в сердце отыщешь рай. Зажигай, я не Шахерезада, сказок не будет, не надо слов. Ребят, мы совместно с Автобет запустили розыгрыш. Розыгрыш детской кроватки. Кровать-карета, либо кровать-машинка, в зависимости, мальчик или девочка будет нашим победителем. В связи с этим очень много вопросов в директ по поводу условий и по поводу доставки и подарка. Сейчас постараюсь вам все рассказать, чтобы было доступно и понятно. Условия розыгрыша таковы. Нужно подписаться на меня и подписаться на Автобет. Нужно сделать... пост моего последнего поста про розыгрыш себе в сторис и отметить под постом два любых своих друга. Естественно, чем больше отметок, тем выше шанс на победу. И на момент розыгрыша, то есть это 14 января, ваш аккаунт должен быть открытым. То есть если он у вас закрытый, сейчас он может быть закрытым, но на момент розыгрыша, именно 14 января, он должен быть открыт. В принципе, все, условия очень простые. По поводу доставки. Доставка осуществляется за счет победителя, и победитель может выбрать себе любую модель для мальчика или для девочки. Это кровать-карета, либо кровать-машинка. Я могу сказать, что у меня сестренки очень довольны такому подарку. Мне кажется, об этом мечтает вообще каждая девочка, да и мальчик, в принципе, тоже, чтобы была кровать-машинка. Вот, поэтому... Участвуйте в розыгрыше, я всем желаю победы, и 14 января в 18:00 по московскому времени мы определим победителя. Тебя люблю, ты мне такой дорогой. Так вот же мой кот. Ну-ка, брысь. В общем, не знаю, закончились ли праздники или нет. Почему мне смешно, когда я снимаю свои сторис? Why? Why, baby? Baby, why? Can you tell me? Почему? На самом деле мы собрались не просто так, а все по важным моментам, которые нас ждут впереди. И отдых, и работа, и, в общем, все вместе. По мне, конечно, видно и по голосу, и по лицу, что я болею, да, что мне очень нужен отдых. Вот, но мы это исправим обязательно. Давай. Честно, даже не хочется такую красоту раскрывать. Разрывай. Да-да-да-да-да-да. Тут ты аккуратненькая. Целый набор. Тут очень много всего. Так. Это для больших планов. Блин, это так мило. Обнимай телефон. До тебя. Так, ну мы сейчас будем отведывать и записывать и отведывать. Это ближайшие планы на сегодняшний вечер. Посмотрела сторис, значит, с этими фильтрами грёбаными. Мне кажется, без них я выгляжу намного лучше. Так мило, ребят.
Оля говорит, что я знаю, как ты скучаешь по братику и ждешь его с армии. И вот подарила такую картину, где мы втроем вместе. Правда, мило? C'est le foie, petit foie, c'est le foie, petit foie.